Юні одеські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті Європи з чирлідингу у Голландії. На змаганнях наш регіон представляли 5 дуетів у номінаціях джаз, чер та фрістайл. Здобуток одеських пар – 4 золота, серебро та 2 бронзи. Мені дуже подобалось награждення. Чому? Ну, награждение понравилось, потому что ну, ты смотришь, думаешь, ну, первое место, пожалуйста, первое. И когда получилось, что думаешь? Ура! У багатьох номінаціях на турнирі у голландському місті Сейнвік був справжній український бум. Усі місця п'єдесталу нерідко діставалися нашим спортсменам. Але дуети Одеської обласної федерації показали найкращі результати. В аеропорту команду переможців зустрічали батьки та вболівальники. Мы везли 5 дуэтов с нашей федерации, поэтому очень приятно было ехать таким большим составом. С нами ездили родители, была огромная поддержка, мы с тренерами тоже старались поддерживать, помогать друг другу. Ну и, конечно, Александра Владимировна очень сильно нам помогала в рамках Одесской областной федерации чирлидинга, ну и, честно говоря, чисто по-человечески. Соревнования получились очень масштабные, и нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы получили отличные результаты. Было очень хорошо, выступили очень круто, было интересно. Много было людей. В дуэте очень классно работать. Ну и что самое важное в этом виде спорта, как ты считаешь? Улыбаться, конечно. Приємно, що деякі найменші учасники дебютували на Євроарені з таких цінних нагород. Перемогли в змаганнях і представники нових клубів федерації. Ми везли туди самих маленьких дітей в номінації 6-9 років. Наші дітки з гордістю зайняли перше, друге і третє місце. Зайняли весь п'єдестал. Соревнования были просто высочайшего уровня. Мы очень рады, что мы туда попали. Большое спасибо нашей федерации, которая предоставляет такие возможности выступать малышам на очень высоких соревнованиях, соревнованиях высочайшего уровня. Очень хороший большой чемпионат. Организация просто на высочайшем уровне. Мы, когда готовились, конечно, очень переживали, нервничали, но все сложилось наилучшим образом. Наши дети заняли первые места и в категории джаз, и в категории фристайл. Мне очень понравилось. Было очень хорошо. Было весело. Страшно было. Тепер усі тріумфатори готуються до відкритого Кубку Одеської області, який пройде 25 та 26 листопада у спорткомплексі «Краян». Очікується, що впродовж 2 днів свої навички будуть демонструвати майже 800 спортсменів.